Международный музыкальный фестиваль «Мир эпоха имена» продолжается. На этот раз для ульяновцев выступили талантливые музыканты и лауреаты многих конкурсов Юрий Медяник и Артем Дервоед. Вместе с Ульяновским симфоническим оркестром «Губернаторский» они подготовили концерт в честь столетия аргентинского композитора Астора Пьяццолла. Пьяццолла – классик 20 века, его сочинения значительно обогатили жанр танго. В программе прозвучали концерт для баяна с оркестром и сюита для гитары и бандонеона. Он один из тех немногих композиторов, который написал концерт для бандонеона с оркестром. Вообще у бандонеона, у баяна, у аккордеона большая проблема с репертуаром, потому что у нас нет таких больших полотнищ, таких вот серьезных, больших произведений в жанре концерта для сольного инструмента с оркестром. Поэтому Пьяццолле нужно сказать большое спасибо не только за те танго, которые он оставил как свое наследие, но еще и отдельное спасибо за то, что он написал концерт для бандонеона. С Артемом Дервоедом Медяник знаком больше 20 лет. Музыканты вместе учились в училище имени Гнесиных и много играли. Оба – звезды мировой величины. Юрий – мультиинструменталист. Он играет на баяне, скрипке и бандонеоне. Он автор первого российского проекта электронного танго. Артем мастерски играет на классической гитаре. Он исполняет музыку нескольких столетий – от эпохи Ренессанса до произведений современных композиторов, которые пишут специально для него. О тонкостях исполнительного искусства музыканты также рассказали студентам музыкальных образовательных учреждений Ульяновска и Димитровграда. К сожалению, очень часто преподаватели, которые играют на других инструментах, позволяют себе преподавать гитару. И, видимо, руководство учебных заведений также позволяет им вести инструмент, к которому никакого отношения не имеют. Поэтому ошибки самые базовые, вот то, с чего начинается самое начало, тот фундамент, без которого ничего не бывает. В чем секрет успеха и какие качества должен развивать себе музыкант? Ребята с интересом слушали приглашенных артистов и задавали вопросы. Мастер-класс провели в рамках проекта «Мир детства». Анна Тищенко, Улправда ТВ.